Халк Ванка Лотереялярнинг, Ашадди и Шкабозлера. Добрый вечер, дорогие зрители телеканала «Наво». Сегодня 31 октября, суббота, в 19 ровно. Мы в прямом эфире приветствуем вас на очередном 525-м тираже лотереи «Омак Лото» игры 5 из 36. Айнан шундай джонли эфирдамыз. «Омак Лото» 36-дан 5 ойны ва 525-чи ютуклар тиражи. Біз эсе мамнуният билан элон кыламыз. Бүгін джамы 462 783 975 сумлик пул ютуклары ойналады. Хаммага омад йор болсын. Да, мы желаем всем удачи, и сумма призового фонда по первой категории сегодня составляет... Общая сумма призового фонда по всем категориям составляет 462 783 975. А на энда бренч категории, они джекпот, учусь зиграма, 1 898 725 сом. Сумма призового фонда по первой категории джекпот составляет 327 898 725 сум. Кенги категория ларгиотамас, и кинч категория бойче 53 954 100. И за три угаданных числа сумма призового фонда 880 931 150 сум. Бүгінгі ойыны күзеті борадген Хайат Раисова, оның азоларын таныштырып отамыз. Шералиев Анвар Холивич, Халқы банкі маркези аппаратыда болуын бошлығы Хайат Раисы. Мухамедов Абдышкур Абдырахман оғылы, главный специалист Центрального аппаратного народного банка, член комиссии. Ва Тоғышаров Шарафыдын Шамсыдинович, Халқы банкі маркези аппаратыда бош мутахасис Хайат Азосы. В сегодняшнем тираже принимает участие 38 072 билета. И они содержат 199 830 различных игровых комбинаций. Хамаге рахмат, ойын билетлер үшірілген дискіні топшырамыз Хайат Раисыге. Дайымгідек жайымыз негеллаймыз, юрташыларымыздагі оматке болген ишанчыны біз хам сезіп тұрпымыз, омат яр болсын. Всем удачи, и мы запускаем Лототрон. Ойын башланды. Золтыдан 5 та шар. Сіз белгілеген рақамлар білен мос келсі, насип етсі, бүгін сізнің күніңіз болады. Бірінші шар 13. Первый шар номер 13. Икінші шар 29. Второй шар под номером 29. Учень шар бор, был торт. Третий шар 4. Тортинчи шар. Алты. Четвертый шар под номером 6. Ванахоят, бешен шар, токкас. И пятый шар под номером 9. Так рорла бутамас барча, чушкен беш тараканна. Повторяем, внимательно следите за вашими билетами. 13, 29, 4, 6, 9. Кайтар ботаман 13, 29, порт, 6 ва 9. Мана шу ракамлар сізді белгіленген болса, сіз албатта омадлилар қаторда боласыз. Натижалар чықшыға бір нече дақиқа вақт бор. Унгече өз жайымызды егерлаймыз. Ва даимгидек керекли тавсияларны беріп отамыз. Мархамат. А пока определяются результаты, мы повторяем, что всю информацию
Вы можете узнать на официальных сайтах www.hb.us, www.lotri.us и www.omatlato.us. Худышундай, манашу лотереяна ашадди ишқибозлар яхши билишади, расмий сайтлар оркали барча керакли маълумотлардан бохабар бўлишлари мумкин. Ҳозиргина айтиб ўтирган сайтларни мен ҳам такрорлашим мумкин. Omatlato.uz, hb.uz ва lotri.uz. Бундан ташқари интернетда, ижтимоий тармоқда фаъол бўлган юртдошларимиз учун қулайлик. Telegram'daki kanallar Halk Bankı, Lotereya Us, Lotery News Us. Bundan taşkarı telefon rakamları hamişler kırptı. 71 kodu bilen 200-05-55. Da, номер телефона 71 код. Весе ровно 0555 в Ташкенте. Уважаемые участники лотереи, для своевременного информирования о выигрыше в лотерею Omatlato Народный банк уведомляет победителей посредством СМС-сообщений на зарегистрированные номера. Выигрыши выплачивают только после сдачи билетов и проведения экспертизы в филиалах Народного банка. Haqiqatan ham doimgi tavsiyalarimiz biletlarni so'nggi daqiqalargacha o'zingizda ushlab turasiz har holda. Menimcha yutuqni qo'lga kiritgan yurtdoshlarimiz biletni qo'yib yuborishmaydi ancha fursatlardan keyin. Hattoki o'sha pul yutug'ini qo'lga kiritganlardan keyin ham esdalik uchun olib qo'yishingiz mumkin. Bu ham bir yaxshi bir fazilat desak ham bo'ladi. Demak, aytib o'tayotganimiz SMS xabarnomalar borgandan keyin biletlaringiz ekspertizadan o'tkaziladi. Ana undan keyin mana shu bilet sizga tegishli ekanligi tasdiqlansa mukofotlar И еще хотели бы... Категории будет несколько, то сумма призового фонда разделится поровну среди всех выигравших. Благодарю. И мы готовы огласить результаты. Итак, количество выигрышных комбинаций по третьей категории 2775. Сумма выигрыша на одну комбинацию составила 29164 сумм. Ikkinchi kategoriya bo'yicha 4 raqamni topgan yurtdoshlarimiz 82 nafar, ular 657977 so'mlik pul yutug'i egasiga aylandilar. Va intriga. Va. Demak, birinchi kategoriya jackpot, qadrli yurtdoshlar, diqqat. Bugun jackpot egasi bor. Поздравляем! Табриклеп поямыз. Бір нафар юртошымыз Самарканд вилояты Кошработ туманыдан харит қылынген бу. Ва улар 327 миллион 898725 сомлик пул ютуғы ясыға айландылар. Мубарак бур. Значит, одна комбинация выигрышная. Поздравляем! 327 миллионов 898725 сум. Сумма джекпота. А победитель наш из Самаркандской области, Кошрабатский район. Ха, Самаркандлик юрташымыз, Кошрабат туманыда истиқомат қиладиган, балки ўша ердан харид қилингандир. Биз сизга омад кулиб боқишини тилагандик, ҳамма юрташларимиз қатори, мана сизга омад кулиб боқди, джекпот эгасига айландингиз, муборак бўлсин яна бир карра. Поздравляем. И хотели бы объявить сумму джекпота на следующий тираж. 164 миллиона. 859750. Демак, Халк Банк кейнги 526-чи тираж учун джекпотни эълон қилади. 164 миллион 859750 сом. Умид қиламизки, мана шу джекпотни ҳам албатта эгаси топилади. Биз эса ҳайат раисига мурожаат қиламиз. Эътирозлар бор ёки йўқ? O'yin lotereya faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablar asosida o'tkazildi. E'tirozlar yo'q. E'tirozlar yo'q. G'oliblarni tabriklaymiz. Jackpot egasini esa albatta sizga omad tilab qolamiz. Sizning yo'lingizni barcha yurtdoshlarimizga ham bersin. Да, мы от всей души поздравляем сегодняшних наших победителей. Желаем всем удачи. Смотрите телеканал Наво каждую субботу в 19 ровно в прямом эфире. Играйте в лотерею Omatlato и выигрывайте. Саломат будь. До скорых встреч. Go.